Вы слышите звуки перезарядки шотгана. Всем привет, уважаемые зрители, с вами Намах. И сегодня я покажу вам один интересный метод зачистки уровней в Doom RPG. Смотрите, вот стоит сержант. Он думает, что он крутой. Но нет, он уже ничего не думает. Полюбуйтесь просто на это. Ой, блин, зря я, конечно, неуязвимый сейчас взял. Жалко, ее нельзя никак сбросить. Ну ладно. Этих тогда поубиваем в рукопашку пассажиров. Ой, что-то оно как-то подлагивает. Так, ладно. Эти пусть там пока перестреливаются. Я вот так вот типа спрячусь. Типа мне страшно. Эти глупые сержанты пойдут со всех сторон с намерением поиметь меня. И вы увидите, что произойдет. 10 секунд осталось. Давай. Ну давай. Я специально укрылся от тебя, чтобы выйти на честный бой. Без всякой неуязвимости. Давай, постреляй в меня, постреляй. Стреляйте. Вот он я. Стреляй меня. Вы видите, что с ними происходит? Кабум. Все, потрачен. Там у нас еще остались желающие. Опа. Пассажир. А где второй? Его тоже забрало взрывной волной, прикиньте. Так, неуязвимость брать не будем, ну нафиг. У меня куча оружия на самом деле, но я ничего не хочу использовать. Использовать оружие нынче не модно. Модно делать вот так. Бум! Потрачен. Смотрите, смотрите, смотрите. Опа! Чпуньк! Ну-ка. Сейчас, наверное, тут что-то откроется, отсюда полезут всякие негодяи. О, какой страшный выключатель. Нажимаем. Что-то не работает. Арбайтон? О, сразу открылся. Давайте, давайте, попробуйте меня подстрелить. Пассажиры. Чпуньк. Чпуньк. Давай, давай. Ну, смелее, сынок. Потрачено. Опа. Я его даже пальцем не трогал. Он сам. Он просто взял и застрелился. Зомбяк застрелился. Во парадокс, да? На! Как же меня это радует, ё-моё. А шотганов-то сколько? Ну давай, давай, постреляй в меня. Все, отстрелялся дядя. Берем желтый ключ. Если что, это мап-пак Dark Tartarus. Карта, по-моему, пятая. Нет, третья. Называется Сон Лунатика. Ну, давайте посмотрим, что тут еще нам привидится. Тепелёрт куда-то. И что? Что-то никуда нас тепелёрт толком не привел. Ладно, ладно. Что-то веселье поутихло. Я хочу еще больше таких же идиотов. Опа, желтая дверь. Ну-ка. Здорово. Мужики, давайте разберимся. Разберитесь со мной. Ну что ты? Он просто посмотрел на меня и развалился в говно. Пассажиры. Ребята, выходите поиграть. Еще и бочки взорвались. Класс. Ё-моё, почему я так раньше не сделал? Это же так весело. А если бы еще шло под Brutal, то тогда вообще можно было обделаться со смеху. На! Мультикилл. Все, Domination Rampage, там уже Godlike. Давай, давай. Кто-то сзади еще остался. Ай, хрен с вами. Пока вот этот лифт опускается, чем бы таким заняться? Надо еще найти себе жертв. Опа. Выживший. Выживший? Сюда иди. Эй, что-то лаги какие-то были. Ну?
Сержант! Эй! Ну, блин, а я его хотел просто за плечо потрогать. На, получай. Стреляй, стреляй. Погоди, ты чё, особенный? Ну так-то лучше. Этот тоже уже скопустился. На, ногой под зад. Здрасте. Не ждали, да? Собственно, объясняю, в чем секрет этого просто тотальнейшего разноса. На мне одет сет из так называемой ангельской брони. Она сама по себе по защите довольно слабая, поэтому лучше ее использовать с каким-нибудь щитом. Ну, типа как у меня, например. Ну, в общем, желательно использовать ее с щитом... Ой, не то. Привык, что в брут или на кью это удар ногой. И желательно этот сет использовать с щитом посильнее, потому что защита у брони такая себе. Но зато эта броня возвращает часть урона, который враги наносят вам, возвращает им же. И походу вместе с включенными канистрами улучшения, так называемыми, урон тоже увеличивается. В данном случае на 600%. То есть в тебя стреляют из шотгана, и в него прилетает этакая плюха, как, блин, от кибердемона от какого-нибудь. Ну где еще пассажиры? Че это такое открылось? О, выключатель. Дакся, стрельнем. Чпунь. Опа. Фу, неуязвимость. Зачем она мне нужна тут? Мне... Меня сейчас больше интересует, где остался последний сержант. Ох, ни хрена себе, там еще мясо. Ну-ка. Так, где они? Блин, что-то не пойму я. Немного. Что-то я немного не соображу, куда эти ребятки делись. Нет, тут что-то ничего не двигается. О. Ну вот, собственно... Таким образом можно зачистить уровень от кучи зомби, да и в принципе любых монстров, без единого выстрела. Главное, чтобы у вас аптечек хватало, брони самой по себе и щита. Потому что с отключенным щитом, понятное дело, особо долго тут так не повеселишься. Ну, собственно, вот и все, что я хотел рассказать в этом коротком ролике. Используйте этот сет на здоровье, на веселье точнее. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Всем хорошего настроения, побольше вот таких изи фрагов и до скорых встреч.